сказать, как вы изменились после войны и в связи с конфликтом, в связи с переездом и вот эти все испытания, каким образом они на вас повлияли, на вас и на вас? Ну, а если из человеческих качеств, может, я грубее стал, как-то, честно вам скажу, менее устойчив к боли и к физической, и к моральной. Менее устойчив. Грубее, однозначно грубее, в том числе даже к чужой, я вам скажу. То есть это, ну, я тут иногда думаю об этом. Не к боли, а к сопереживанию, может. И к боли, и я же говорю, и к физической, и к моральной, и к сопереживанию как-то вот я стал грубее. И более, так сказать, всегда раньше в людях больше искал оттенков, да, на сегодняшний день война, на черное или белое. Ну, оттенки ушли из жизни, по сути. То есть, самоидентификация идет человека, друг или враг, все. Ну, да, пока война не закончилась. Да, так оно и есть. И мы здесь, собственно, если в данный момент мы не на фронте, мы все равно на войне, понимаете, потому что... Так сказать, знаете, получается, стал, наверное, на 10 лет моложе. Потому что никогда не думал, что в 40 с лишним лет буду начинать бизнес. Когда-то начинал его в 20, когда первый раз сократили Солчевского комбината. А потом так вот, знаете, вот многие, кстати, тоже на этом останавливаются. Вот некоторые мои знакомые как бы имеют психологические в этом барьеры. И до сих пор как бы вот не устроились там в жизни, в том числе и предприниматели. Потому что вот это, особенно кому там за 50, как бы вот, тем вообще тяжело, потому что они иногда начинают срываться, там уходить в какие-то там алкогольные моменты или еще что-то. Ну, а здесь как бы меня, знаете, помогло, наверное, что у меня двое еще маленьких детей, а один как раз родился уже под залпы града в Волчевске вот, в 15-м году. Поэтому пришлось молодеть. Ну и получается, вроде как даже можно сказать,